Почему вы постоянно думаете о нем и какие чувства он к вам испытывает? Давайте посмотрим, почему же вы постоянно о нем думаете. У вас произошел какой-то важный жизненный этап, который подошел к завершению. Причем завершение было судьбоносное, оно должно было пройти. Вы чему-то научились на определенном уровне. И сейчас это логично подошло к своему, к своей кульминации, к концу. Поэтому вы, наверное, недопоняли, для чего вам был этот опыт, для чего вам был дан этот мужчина и почему ваши отношения с ним остановились. Показывает, что отношения перестали развиваться, они стали скучными, они стали пресными, они стали какими-то такими непонятными. Было много моментов, которые нужно было разрезать, перейти, понять, но почему-то никто не взял ножницы, никто не разрезал то, что нужно, то, что было мешало, может быть, какие-то веревки, да, ну, образно говоря, может быть, какие-то обиды, но никто этого не разрезал. Были какие-то инструменты в ваших отношениях, которые можно было поменять, но эти отношения были даны вам для какого-то опыта. И вот вы не поняли еще для какого. Может быть, не настало время. Может быть, вы не анализировали. Просто думаете о нем и не понимаете, для чего вам были даны эти отношения. Может быть, еще просто не отгорели эмоции, чувства. И поэтому вы постоянно о нем думаете. Мы думаем о человеке, о любом, до тех пор, пока мы не осознали его роль в нашей жизни, не приняли ее, не поблагодарили и не отпустили. И вот до этого момента мы как бы долго можем о нем думать, это может быть даже 10 лет, если вы не поняли, что он дал вашей душе и так далее. Поэтому вот почему вы о нем постоянно думаете. Что же чувствует он к вам? Давайте посмотрим. Для него эти отношения уже завершены, это четко понятно. Он выстроил все границы, он как раз-таки осознал, что эти отношения завершены, и для него все как бы понятно. В то же время он понимает, что вы хотели чего-то другого от жизни, у вас были другие планы на жизнь, и постоянно вы мешкались в состоянии такого равнодушия к этим отношениям, да, вот как я сказала, застой, не двигались отношения дальше, и никто ничего не мог поделать. Вроде были шансы, инструменты поделать, но никто этого не хотел. Не хотели оба, потому что женщина здесь тоже сомневалась, женщина здесь тоже думала, а ее ли это мужчина, может быть, есть какие-то другие возможности, может быть, есть какие-то другие перспективы в жизни. Что-то в этих отношениях не давала развиваться. Поэтому мужчина это понял, как бы, ну и сам, в принципе, да, понимал, что действительно у вас какие-то разные дороги, разные моменты в жизни, и он понимает, да, что эти отношения закончились. Закончились, и вы пошли каждой своей дорогой. Конечно, он испытывает к вам теплые чувства, конечно, он благодарит за это все, конечно, он много что понимает, но он понимает четко, что все закончилось. То есть он подвел черту, он подвел итог. Вот вы пока не допоняли, почему так случилось. Возможно, потому что еще у вас не начались какие-то новые отношения, не встретили вы другую влюбленность, не занялись каким-то новым делом. Поэтому вы, может быть, еще не доходите до этого, потому что мужчина показывает, уже начал свою жизнь, он прогрессирует в чем-то, он действует, поэтому он уже не думает об этих отношениях так, как вы думаете о них вы. Какой же совет вам даст карта, да? Карта вам дает совет, что наконец-таки поставить большую точку в этих отношениях, понять, что у вас ждет мужчина, за которого вы выйдете вскоре замуж, он у вас на пороге, это будут очень серьезные сразу отношения, серьезные намерения, вы выйдете за него замуж. И показывать, чем быстрее вы разрубите прошлые отношения, вот так вот мечом скажете, что все это в прошлом, и мы идем дальше, тем быстрее он появится в вашей жизни. Вот что хочет вам сказать судьба и высшие силы. Друзья, благодарю за лайк, за подписку и напишите в комментарии, как вам отозвалось. До новых встреч!